Если определенного количества цепов растворяющегося дыхания, мы снова входим в ощущение нашего физического тела, шевелим пальчиками, рук, стопами, кистями, голенью, предплечьем, бедрами, плеча, тазом, торсом, головой. На вдохе открываем глаза. Руки вдоль туловища. И на выдохе поднимаемся без помощи рук. Как? Получилось? В среду еще получилось. Как ты? Нет, в среду. А последнего не получилось? Тут уже последний получился? На выдохе получилось. А сейчас как просто. Легко. Ну, организм. Вот так тяжело. Легко. А? Тут у нас последний что-то смазался. Он вроде выдержит. Ну, сейчас вот после затмения пойдет все вверх. Люба, как у вас? Не всегда мы так, в общем. Ну, а вот где 60 пиковые? Нет? Нет. Тяжело? Понятно. Ваня? Мне кажется, что мы круче делали какие-то штуки уже. Нет, 60 мы не делали. Видишь, тебе легко получилось, потому что оно как бы... То есть тут вот наступает эффект такой горки. То есть вы раскачиваете, у вас как бы тяжело. А потом вот эти моменты, которые, казалось бы, ну, это две задержки дыхания, а конкретно 60 единиц. Мы не делали 60. Ну, может быть, ты делал как бы сам. А сейчас вот эти 60-минутные задержки вы делаете с учетом того, что идет падение, и потом вот это вот всплеск. Самое сложное, конечно, должно являться самое последнее, то есть вот это 60-минутное. А реально, если это адаптировать к бассейну, то проныривание 25 метров в ластах, это в среднем 25 секунд.